Канал «Денис» представляет. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я расскажу вам о подводной лодке «Дафни». Подводная лодка «Дафни». Подводные лодки типа «Дафни», французский. «Дефн», «Волчий ягодник», серия дизель-электрических подводных лодок ВМФ Франции, строившихся в 1958-1970 для собственных нужд и на экспорт. Данные лодки являлись увеличенной версией предыдущего типа «Аритус». Для нужд ВМФ Франции было построено 11 единиц. Также некоторое количество субмарин было продано другим странам – 3 – Пакистан, 4 – Португалия, 3 – ЮАР и 4 – Испания. За время службы две лодки «Эвредика» С-644 в 1970 году и «Минерва» С-647 в 1968 году затонули из-за аварии, что поставило крест на их продажах. Расследование обоих инцидентов привело к выводам о недостатках в дизайне шноркеля. В 1990-е субмарины были разделаны на металл, а Португалия продала одну из своих субмарин Пакистану. PNS Hangar С-131 потопила индийский фрегат Insert Hakri во время Индо-Пакистанской войны в 1971. В данный момент Пакистан также вывел эти субмарины из состава флота, заменив их французским же типом Агоста и Агоста-90-B, получив при этом от Франции технологии и лицензию на производство и продажу дружественным странам. Лодки были снабжены 12 550 мм торпедными аппаратами, которые могли быть перезаряжены только в порту, 8 носовых с длинными торпедами и 4 кормовых с короткими. В 1971 году субмарины получили новый гидролокатор Duo-2B, установленный в увеличенном выступе в носовой части лодки, и DLTD-3A для запуска управляемых по проводам торпед F-17. По свидетельству источников, субмарины были достаточно сырыми и страдали от множественных отказов и поломок оборудования. Эти лодки в 1988-1990 годах были оснащены усовершенствованными системами оружия, включая газ, и оборудованием с целью улучшения условий обитаемости. Еще 4 лодки – «Дельфин», «Танина», «Марсопа» и «Нарвал» – строились по лицензии в Испании и позднее были усовершенствованы по проекту, аналогичному тому, по которому проводилась модернизация французских лодок в 1971-1981 годах. В 1971 году пакистанская подводная лодка «Хангор» в ходе Индо-Пакистанской войны потопила фрегат «Кукри» ВМС Индии. Это была первая атака, проведенная подводной лодкой после завершения Второй мировой войны. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал и обязательно прожимать колокольчик.